Всем привет! Я на самом деле медленно, но верно становлюсь фанаткой Purple Kiss, потому что на самом деле, хоть они и не самая популярная женская группа, они так-то прямо очень классные. То есть у них есть и вокал, и танцы, и необычный стиль. И концепты у них интересные, то есть девочки прямо отжигают на самом деле. И я послушала у них некоторые бисайды вот совсем недавно, возможно, даже у нового альбома уже послушала бисайды, вот. И мне много чего понравилось, я много чего себе добавила, и они прямо звучат хорошо. И у них много интересных мелодий, интересных таких мотивчиков в песнях. В общем, классные девочки, вот. И поэтому я жду не дождусь, когда наконец-то послушаю эту песню. Это заглавка их последнего альбома. Я специально ее не слушала, избегала, не смотрела клип. Вообще без понятия, что это будет. Но думаю, будет что-то классное, потому что девочки классные, и со временем они только улучшают свой контент, я бы сказала. Вот. Я не знаю, когда они дебютировали, но мне кажется, они не так давно дебютировали, да ведь? Так что у них еще все впереди, но то, что они выпускали до этого момента, мне много чего нравится. Вот. Так что у меня большие, большие ожидания. Ух. Вау, уже звучит отлично. Еще такой крипи какой-то у них. У них, кстати, есть вот эта вот крипи немножко тема. Ой, ее голос этой девушки, он просто... Просто мурашки по коже. Вроде бы ее зовут Свон, если я не ошибаюсь. Ее никнейм. Я еще когда-то гуглила ее возраст, и там было что-то точно младше меня, и я опять-таки была в экзистенциальном кризисе, что я ничего не добилась, и она вот такая классная, как у меня бывает со многими айдолами, но ее голос просто потрясающий. Вау! Я не уверена, что вообще означает nerdy в современном понятии, потому что, ну, они вроде бы как поют в принципе в песне о том, что типа я не такая, может быть, как все, и там не соответствую каким-то стандартам, трендам, но типа мне вообще плевать. Вот. И
Я просто думаю, насколько это релевантно для таких шикарных женщин, которые буквально просто идеальны. Я на них смотрю и думаю, нет, вот это вот идеал просто буквально. Кто вообще может про них сказать, что с ними что-то не так? Они прекрасны. Но, возможно, это про состояние души, а не про внешность. Потому что на внешности все не заканчивается. Я не знаю, почему проматываю назад, вместо того, чтобы дослушать до конца, но я все равно собиралась прослушать с самого начала. Там столько было всего, там столько было всего классного, клип прикольный, такой немножко пугающий, с таким ведьминским началом. И песня, вот я говорю, у них звучание прям очень классное. И хореография, обратите внимание, тоже. Эта часть такая красивая, что мы еще раз будем ее слушать. Вообще посыл о том, что вообще не важно, какие они такие, какие есть, и твое мнение вообще им глубоко до лампочки. И мое тоже. Вау! У меня буквально мурашки по коже. Они такие классные. Вот то, что называется гей-паник, оно вот сейчас у меня происходит. У меня даже слезы пошли. Почему они такие классные? Если бы я умела танцевать, у меня была танцевальная группа, я бы просто побежала делать на это кавер, как только оно вышло. Это такой классный перформанс вообще просто. Cool.
Вообще просто. Сегодня столько классного слушают на самом деле. Еще раз, подождите, это уже дважды мы послушали. Третий раз послушаю. Простите. Так надо. Я промотаю немножко. Просто послушайте это. Все, мой компьютер уже не выдерживает такого. Уже тормозит. Вот у нее тоже классный голос. Мне кажется, они две вокалистки. Вот эта девушка, которая чем-то похожа на Лию и Сити. И вторая, вот которая с Вон, вроде у нее ник. По-моему, я когда-то проверяла, но я не уверена. Но они все шикарные женщины, просто прям вау какие. Это прямо, знаете, вот когда я смотрю и думаю, да, они такие классные, я хочу быть как они, прям вообще просто вау. Вот. Прям вообще кайф. И клип тоже классный сам по себе, не только типа песня, хореография, клип, вообще все просто муа, просто. Представляете, коллаб их и Ex-Dinary Heroes. Я знаю, что это странно, но подождите вы, просто послушайте. Hear me out. Просто представляете, насколько бы это было музыкально богато, красиво, странно. Это бы просто был какой-то взрыв просто искусства, мне кажется. Это было бы прекрасно. Я говорю это не потому, что только что слушала песню Ex-Dinary Heroes. Я об этом думала еще до этого. Еще раз. Еще раз. Эти движения руками такие классные просто. Я так понимаю, еще против буллинга настроена эта песня.
Прямо вообще. Это буквально шикарнейшая песня. Ну, так понятно, этот... Я только не прочитаю Rainbow Bridge. Я их обычно RBW просто называю. Я не знаю, как правильно. У них там хорошо. У них там хорошие артисты на самом деле. Да. Что я хочу сказать? Прекрасно, шикарно, восхитительно, замечательно, отлично, просто вау. Всем спасибо, всем пока.